Всем привет, продолжаем играть в Call of Duty Modern Warfare. Следующее задание у нас. Следовать. Давай у нас. Берем его в штаб квартиру в Гамму. Расчетное время прибытия 7.00, конец связи. Западная Россия. Эш, ты еще что такое? Что же ракета! Держитесь! Какая-то высота. Ты вся еще жив. Давай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. Давай, у нас погнали, потери. Полк, есть что-нибудь другое из оружия, кроме пистолета? Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Так. Что-то еще было? Где? Что за фигня? Я не вижу оружия. А, вот. Прилагает либо это, либо это. Наверное, вот это возьму. Мне больше нравится. Говорит база. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. AC-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Вертолетики какие-то летают. Так, я... выходим! Я не туда. Там ничего делать нечего. Кто там смеется? Сейчас засмеетесь у меня. А чё нельзя открыть дверь-то? Ну открывай. Стойте! У нас гости! Чё, их убить? Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! И всё. Этот живой там? А, убежал в дом. С них патроны не взять. Дробовичок. Ну, дробовичка, если только вблизи, можно взять было. Прожектор, все на землю! Палит. Ползем потихо. Вертолет улетает. Идем. Так, еще одна машина едет, я смотрю. Давай, здесь вход, я так понимаю. Противник с тыла. Где? Ответный огонь! Начинается. Все по мне стреляют в основном, да? Кого по кому еще? По мне не обязательно. Открыто, я пошел. Быстро! Отстреливайтесь там. Выход. Есть.
Хренать вам еще гранату. Че, у меня нет гранат больше. Бежал один. Трусишка, иди сюда драться. Кого там? По ком стреляете-то? Кто кинул? Что за... Вам откуда стреляете-то? Никого нету, а кто-то стреляет. Ты шо? Я не пойму, откуда он с ним стреляет-то. Слишком тихо. Черт, куда они подевались? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Отель. Полиция. Ты, собачка. Ух ты. Драпаем. Граната, граната, граната. Это мой. Ну чё ты такой живучий-то? Не попадете. Держитесь, вертолет возвращается. Я подобрал у них что-нибудь тут. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Пошли, 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 пока нас не засекли. Вертолет. Следите за прожекторами. Да, у бухты. Шевелись. Как они меня засекли там, гады такие. Вообще глазастые. Осторожно, вертолет. Кто там? С вертолета что ли стреляет? Не надо мне погибать. Я пошел сюда, вот там как хотите. Со спины. Надоел ты мне уже. Будешь тут летать у меня. На тебя прожектор. Не могу залезть здесь. Обязательно здесь только залезть можно. Готов. Еще один. Мишка. Всех перебили. Пошли, пошли. Сам себя.
кто-то. По кому тут стрелять? Блин, это свой. Ты чё подходишь-то? Стреляешь в мою сторону. Вообще охренел. Нормально он тут засел. Он типа спрятался, да? Там никого же вертолета нету. По кому стрелять-то? Да и слышь ты, вертолетчик хрен, сколько тебя там? Я уже убил, по-моему, вертолетчика. Что тут засел? Так, прорываемся, прорываемся. Угу. Урал, спаси меня. Сам выпрыгнул. Молодец. Свой. Здорово, мужики. Ты дохлый. Еще один. Помер. Сколько вас? Контрайт, бомбари стингеры. Суп! Хватай стингеры, стреляй по вертолету! Где ваш стингер-то? А, вот он. Стрельнул. Он выпустил сигнальные ракеты. Да, по-моему, так все будет просто. Не сигнальные ракеты. Суп! Хватай еще один стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Кто там стреляет-то? Гад. Пулеметчиком летает. Ну-ка. Бамс. Готов. Черт, молодчина. Падай. А где моя пушка-то, которая? Отлично, Соу. Все ко мне. Выдвигаемся. Один оставим на всякий случай. Шмальнуть по ком-то. Чего у них тут за оружие? Ну, такое себе. Куда? Б-6, внимание. В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Ну, тут на самом деле можно просто пробежать. Б-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот! Опасная ситуация! У противника бронетехника и пехота! В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции! Прием! И чё? Вас понял, снижаюсь. Нормально он так. Кто? Чёрт знает, что творится, дружище! Вообще капец. Кто стреляет-то? Даже не понимаю. Мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот? Выдвигаемся. Конец связи. Так, мы выходим. Они ошалевшие просто ходят. Как слепые курицы. А это получается все.
Локхит. Вот это пушечки у него. Че, из этих пушек же стрелял? Да ладно. Или мне сейчас предстоит пострелять? Божья кара. Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Вот они. Переключение. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас вот понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашивай разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю. Внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Ух ты! Бабах. Этот готов. Возвращаемся к другим целям. Отлично. Ни хрена себе? Отлично. Один у той машины. Какой машин-то? Вижу пехоту. Получено разрешение открыть огонь. Уничтожить его. Ну да, прямо в цель. Я уж не понял, где. Кого стрелять-то? Установить радиус сканирования. Надо выделить сигнал. Огонь! Вижу бегущую цель. Вон там, получаю данные. Бабах. Покончить. По ком? Там мои. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Где, я не вижу. Установление цели. Он снова пошел. Вас понял. Уничтожить их. Пламя, говорит Б-6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе. Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Ни хрена себе. Ни хрена себе, где они? Огонь по машине. Я чуть не понимаю, девушка. Надо машину. Выделить сигнал. Огонь! Блин, полный бак, наверное, был. Попал. Это машина была. Открыть огонь! Установить радиус сканирования. Нейтрализовать. Ух ты! Он снова пошел. Покончить. Вас понял. Давай, давай, давай. Уничтожить их. Ну да, прямо в цель. Вижу бегущую цель. Себе? Достал. Где ваша цель-то? Огонь! Восстановление цели. Уничтожить его. Вы чуть не пристрелили наших парней. Да, рядышком стрелял, ничего страшного. Расправьтесь с ними. Уничтожить. Отличный выстрел. Этот готов. Возвращаемся к другим целям. Сколько еще вас тут будет-то? Харе уже. Приближаемся. Угол развертки. Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Хорошо. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от УАЗики. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял. Сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием. Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, видите водонапорную башню? Да, вижу. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот. Видите? Вас понял. Смотрите,
дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. А у нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их раскидывают деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Сейчас мы уничтожим всех. Давай, давай, давай. Уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя, на нас напали! Помощь не помешает! Внимание, уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного. Вас понял. Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Приближаемся. Ух ты. Бабах, бабах. Вижу еще пехоту. Готов открыть огонь! Ни хрена себе. Хрена себе. То есть... Уничтожить. Один у той машины. Попал! Вас понял. Уничтожить их. Готов открыть огонь! Нейтрализовать всех. Я так стреляю, куда попало. Надо выделить сигнал. Готов открыть огонь! Установить радиус сканирования. Восстановление цели. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, Б-6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю. Внимание на маячки. Это свои. Вижу противника на свалке. Внимание, уничтожить противника. Но они разошлись. Ух ты! Ух ты! Кто еще? Надо выделить сигнал. Цель поражена! Установить радиус сканирования. Получил разрешение открыть огонь. К ведению огня готов! Вон бежит. Кто? Вижу бегущую цель. Нейтрализовать всех. Подстрели. Вижу пехоту. Готово. Получено разрешение открыть огонь. Он снова пошел. Вижу пехоту. Бабах. Бабах. Готов открыть огонь! Я больше не вижу пехоту. А, вот. Установление цели. Вижу бегущую цель. Готов открыть огонь! Получаю. Готов открыть огонь! Молодец, чувак. Ни хрена себе. Расправьтесь с ними. Он снова пошел. Давай, 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 бежим. Ведете огонь по своим. Нет, там своих нету. Вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на датчики. Ни хрена себе! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! 25-м калибром. Мы чуть не пристрелили наших парней. Покончить. Настроить сканирование под углом. Вон бежит. Получил разрешение открыть огонь. Нейтрализовать всех. Смотрите, куда стреляете. Следите за мигающими датчиками. Да вижу. Огонь по пехоте противника. Уничтожить его. Вижу еще пехоту. Готов, по-моему. Получил разрешение открыть огонь. Машина уничтожена. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял. Где вертолет-то? Вертолеты свои, получается. Если я сейчас открою огонь, вертолеты взорвутся. Пламя, говорит Б-6! Приближаемся к вертолетам! Спасибо за помощь! Конец связи! У нас получилось отличное. Это прикольная миссия, на самом деле. Пострелять. Был из вертолета, вернее, из самолета.
Цель задержана. Всем спасибо. Вас понял. Возвращаюсь на базу. Все. Миссия окончена. Удачно прошли. 3 достижения прям получили за эту миссию. Боги кара. Американский, по-моему. Милитарист. Следующее задание. Сектор! Тащи сюда свою задницу! Враг с севера! Куда нам? Куда? Спасибо за помощь. Будем удерживать левые фланги и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Здорово, чуваки. Ты мне не раздави только. Удовольствие. Дави их. Дави, дави. Молодец. Со спины. Смотри. Кто-то там справа. Нормально так пришли. Палим патроны. Все. Пойдем-ка мы обойдем. Напрямую не пойдем. Ага, а, здесь я был, то есть разрушал его тут вот тут раз в миссии. В прошлой миссии взорвал. Тогда получается здесь только. А может быть пройти. Я не хочу тут на поле боя быть посередине прям. Гранатами кидаются. Кто там стреляет сверху откуда-то? Судит сверху нормально так кто-то. Ах ты, ты гад, сидишь тут. Ты смотри, сидит вообще пофигу. Ты сдохнешь там или нет? Слышь ты. Уродцы. Засели на крышу. Чего вы их не убиваете-то? Иначе то гранатку, а я пока тут постреляю. Нормально они моих так сшибают, если судить-то. Я по ним там стреляю, вообще пофигу. А моих с одной пули, походу, лень, повалили сколько. Ты... Вот реально вот... Или он сдох уже? А, он сдох. Я стреляю, думаю, не помню, что за фигня. Думаю, убить не могу. Дохлый. Наверху никого нет. Вот. Кто здесь? О! О, классно! А патрончику дадите-то? Дайте патронов.
А то с пистолетом как бы не очень. И не пройдешь. Кто там? Кто урод? За спинёте. Свой. Кто там еще? Подходи. У меня пистолет уже кончается. Нате вам гранатку. Класс. Прям точно на гранату наполз. Ну хотя бы здесь, и я без патронов. Какие вы приколисты. Мы готовы. Что такое живучка? Уходите и удерживайте позицию у поворота! Прием! Вас понял, выдвигаюсь! Я задолбали вы гранаты. Свой! Готов! Свой! Есть цель! Огонь! Огонь, огонь! Готов! Есть цель! Огонь! Кто? По жопе сходит. Свой! Глянет там. Я долго вас из пистолета буду расстрелять потом. А чё, один патрон только? Ну давай, с плаша. Блин, а нет. Вам слепите. Калаш, по идее, он должен пробивать эти стены спокойно. Ой, свои. Дайте мне патроны. Ты, блин, патронов нету. Так, стоп. Перелезь ты уже, давай. Врываемся. Надоели у меня. Гады такие, бей. Криш, продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают. Отступают, гранатами кидаются. Отступают они, вы чё? Совсем больные. Бог у вас там. Пулеметчики. Один готов. Второй готов. Постреляйте мне тут. Ты где тут засел, урод? Засел, сидит. Стрелять будет он по мне. Ох, ты как? Так это свой. Цыц. Подберем патрончики. Заходим! Заходим! Заходим, заходим.
Стойте! Вражеский танк на дороге! Ну и чё? Там танк мой где-то едет. Кабан, вышить! Т-72 за зданием, 60 градусов слева. Можете открыть огонь! Прием! Вас понял, Б-6. Он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Да у матерца танкетка. Отлично, кабан. Многих прибили. Отдача, добрый, большая от этого калаша. А так нормально. Понял, мне понравился. Долги еще. Ну, чувствуешь, вам какая моща стреляет. Второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Я куда-то убежал. Скоро должны увидеть второй взвод. До зоны посадки. А, ну я правильно тогда побежал. Ну, я думаю, это уже конец миссии, да? Зона эвакуации. Вот она наша. Вот он, вертолет прилетел. А пока мы будем ждать вертолет... Он сядет. Лейтенант Васкис, на связи Пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Алясада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Морпехи! Только что сообщили о местонахождении Алясада. Все на борт! Вылетаем! Ну все, значит, следующая миссия. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, лайки, все уведомления. Всем удачи, всем пока. So strong enough.